Сейчас будем просить народных депутатов, чтобы помогли пронести спальники. Это не палатки, это спальники. Вы бачите, что я комусь из вас могу зробити зайве, что-то плохое. У меня немає зброї, у меня немає газового балончика. Будь ласка, пропустіть мене. Я народний депутат, до речі. Закон забороняє вам мене кудись не пускати. Я не збираюся жити в поліцейській державі. Це на мене. Я його маю пронести куди хочу. Ребята, ви не маєте, ви нарушаєте закон. Це на стаття. Це спальники, в яких люди будуть спати. Можете перевірити. Пропустіть, будь ласка, люди там можуть. Спальний мішок. Небезпечна зброя, спальний мішок. Главная угроза Порошенко – это спальный мешок. Если Янукович боялся брусчатки, они боятся спальных мешков. Вместо покрышек спальные мешки стали символом нового движения. Слушай, ну не прижимай женщину, ты что, слушай, отойди. Отойди! Вы меня обязаны пропустить, что я несу, что я заборону несу. Будь ласка, мое посвідчення, вы обязаны их пропустить. Все. Давай пошел. Что вы стоите там? А что, что запрещено? Это частное имущество, ребята. Не трогайте. Толпи теряется частное. Дайте палатку. Палатку упала. А ты покажи свое лицо. Как тебя зовут? Теряется в толпе. В толпе теряется. Как вас зовут? Как зовут? Номерів навіть немає. Там ніколи не поймеш, хто вони, що вони. Ні, запомнім лица. Запомнім. Это вам не прокуратура будет, Луценко. Запомните, хорошо. Хорошо? Запомните, это не Луценко, прокуратура, не Шокина будет скоро. Янукович боялся покрышек, а не спальников, понимаешь?